Приветствую вас, и чтобы лучше донести до вас ту мысль, которую я хотел сказать относительно ребенка, давайте немножечко сделаем ретроспективу ваши отношения. Вот вы пишете, что у вас были длительные отношения с женатым мужчиной. Потом, значит, вы расстались, так как он не хотел разводиться со своей женой. Но, как вдруг, у вас от него появился сын. Так вот, вы пишете, что вы расстались, потому что мужчина не захотел уходить от своей жены. Вы сказали, что мужчина не общается с ребенком из-за обиды на вас. Вот давайте подробнее немножечко рассмотрим вот этот момент. Мужчина, мало того, что хотел, рассчитывал на то, что вы будете терпеть тот факт, что вы не единственная женщина в его жизни. Он еще и не желая принимать решение, то есть не желая разводиться, значит, еще на вас обиделся. Согласитесь, ну, такое поведение мужчины можно характеризовать как не самое правильное, не самое достойное, и уж точно это не решение человека, четко знающего и понимающего, чего же он хочет. Это означает, что у него сейчас и на момент ваших отношений с ним были проблемы. У мужчины проблемы. Конфликт, внутренний конфликт, конфликт. Он не уверен в себе, не мог никак выбрать, долго метался в разные стороны, пока вы им не приняли решение, он еще на вас обиделся. Счастливый человек так не поступит. Человек, который хорошо понимает, кто он и куда идет, тоже так не поступит. И вот я вам хочу сказать, что если вы ребенку в его настоящем возрасте, то есть там, сколько ему сейчас, скажете все как есть, он понять этого не сможет, просто в силу возраста еще. Если вы скажете ему, что прости, сынок, но твой папа не хочет с тобой общаться, это будет травмой, потому что, ну, сын нуждается вот объективно. Если вы скажете, что он много работает, да это работает, это будет обман. Потому что, ну, это неправда. На обмане, на лжи отношения с сыном доверительных у вас не получится. И значит, сказать нужно правду. Но форму правды выбрать наиболее оптимальную. И потому, значит, ответом на ваш вопрос будет следующее. Значит, скажите вашему ребенку, что у его отца проблемы. Просто проблемы. Личные проблемы. И он с ними разбирается пока, с этими проблемами. Он с ними борется. И скажите, что из-за этих проблем он не может общаться с сыном. И это будет правда. Это действительно правда. И когда ребенок вырастет, подрастет немножечко, он будет спрашивать вас: мама, а что же это за проблемы? Что это за проблемы? И конкретно будет интересоваться у вас этими проблемами. И вот тогда постепенно можно говорить ему правду. Но сейчас, на данный момент, лучше сказать, что у папы проблемы, и ребенок вряд ли будет выяснять, что это за проблемы. Если вы скажете, что это личные проблемы, он сейчас с ними разбирается, он вот никак не может с ними разобраться. Если разберется, он начнет с тобой общаться. Именно так вам нужно сказать. Но ребенок, он в данный момент, в данном возрасте, обращает внимание не столько даже на то, что вы говорите, а на то, как вы говорите. И если вы скажете ему это ласково, спокойно, нежно, без негатива, то ребенок это поймет и успокоится. Его это объяснение удовлетворит. У папы проблема, он пока не может со мной общаться. Это понятно.
С того момента, как он начнет понимать больше об окружающем мире, естественно, он будет спрашивать вас больше. И вот тогда вам уже нужно будет сказать ему правду. Но пока лучше всего именно такое вот решение. Это позволит вам и ребенка не ранить, и избежать обмана в отношении него, и, значит, сказать ему отчасти то, что действительно есть. И тем самым вы никак его и не обидите, и не обманете, и себя не предадите. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.